Приветствую вас, дорогие друзья, на канал ВВ Плей. Меня зовут Владимир, и мы сегодня продолжаем игрушку под названием 7 Days to Die. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, приветствую вас на канале ВВ Плей, меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем игрушку под названием 7 Days to Die. У нас сегодня 7-й день, друзья, 70-й день, и это, как вы правильно уже угадали, День Орды. Но до того, как это все начнется, вся эта движуха, мы пойдем улучшать коридор. Я тут подготовился, я тут 7 дней работал, тут сталь мутил себе, да. Вот, я набрал тут ее, конечно, ну, небольшое количество, но достаточно немало, скажем так. Пойдем сейчас заапгрейдим наш коридорчик, да, коридорчик смерти. Потому что, как помните, в прошлом эпизоде, да, мы начали его делать, но не до конца не доделали, да. Вот, видите, у нас тут есть что-то сделано, что-то не сделано. Так что будем сейчас пока что пробегать и делать все дело, потому что тут уже здесь, наверное, там, где не отмечено, значит, тут уже сталь была, да. Здесь, в этом, я имею в виду. О, нифига. Значит, здесь было. Так, окей. Потом это, конечно, мы все перекрасим, но, я думаю, поэтому мы сделаем как-то отдельное видео, что ли, как там покраска. А даже, может быть, это не просто не будет, просто покажу вам, что вот, друзья, вот так вот мы покрасили все. Чтобы это, я думаю, раз, чтобы не делать для этого специальное видео. Зачем? Так, лестница. Мы, конечно, все пойдем, уйдем в сталь, в конце концов. Но... сначала мы, конечно, поработаем над этим. Так, что у нас здесь получается? Так, у нас здесь сталь, а здесь у нас... здесь не сталь. Окей, это надо тоже улучшить все, чтобы, по большому счету, весь коридор смерти был из стали. Так что, друзья, будем работать над этим процессиком. Так. Что это? Значит, был поврежден, получается, да? Получается, был поврежден. Окей. Здесь сталь, здесь сталь. Здесь уже была сталь. Так, здесь сталь. Тоже сталь. Так, смотрим, короче, по этому процессу. Куда ты побежал? Сюда? Обратно, обратно. Почему-то у нас тут как-то... а, понял. Да тут была сталь, оказывается. А, почему-то, да. Так, что здесь? Ладно, починим все, что есть тут. Что будет все так шикарно. Так. Икс. Тут все нормально. Здесь все нормально. А, здесь уже была сталь. А, нет, не было стали еще здесь. Окей. Окей, окей. Это поставим сюда, это поставим сюда. Окей, здесь, ну, тоже, опять же, нету стали. Очень много стали надо будет. Я думал, что мне хватит тут что-то. Но тут видите, как у нас получается, да? Очень много стали надо. Но это мы здесь поставим пока что. Потом, так, сколько у нас стали, а то я сейчас... значит, надо еще на ремонт оставить потом. Все это дело, как говорится. Потому что лестницу мы еще успеем заделать. Ну, не то, что успеем, нам хватит доделать лестницу. Окей. Шикардосина, шикардосина. Окей, это сделаем, это сделаем. Так что, друзья... я, конечно, извиняюсь, что так долго не было этих видео, конечно, очередной раз, потому что вы уже, наверное, уже знаете, с чем это было все связано, да, так что не обессудьте, но мы стараемся, по большому счету, делать по возможности чаще все видосики, но, видите, не всегда это получается. Так, хорошо, ну, сейчас более-менее все должно быть наладиться должно. Я сейчас вот работаю над вебкой, я хочу ввести вебку в этот, но... пока что как-то не работает, друзья. Я вот пытался через бандикам записывать с вебкой, но фотка, то фотка, блин, видео тормозит иногда, потому что она зависает. А я не хотел такую вещь выносить на ваше общее обозрение, чтобы вы подумали, о, Валан Лошар даже не может видео настроить, как полагается, да? И у нас закончились стальные стрелки. А, офигеть. Ну да, короче, по большому счету, что у нас получилось? У нас получилось то, что
весь коридор, по большому счету, из стали, да, осталось только вот основы, опоры мы потом сделаем из стали, да. Это все у нас будет из стали, все полностью. Это будет, это самая несущая конструкция, она должна быть вся из стали. Потом мы уже, может быть, и весь все днище стали покроем, но это, опять же, это очень много ресурсов, вы сами понимаете, да, что это не так легко, как бы хотелось бы. Так что здесь, почему здесь что-то разбито, непонятно. А, это, оказывается, еще здесь и бетон еще. Ах ты жопа жопошная. А, это почему тогда, интересно, продамажно? Окей, ладно, это не суть важно. Нам нужно сейчас собрать. Так, у нас, а, кстати, гильзы, да, крафтится у нас так, наверное, надо сейчас, кстати, тогда поставим опять же сталь. Крафтится. 123, нормально. И здесь должно быть еще железо, сталь, слитков стали тоже нам нужны. А у нас тут дрова закончились, да? Ах ты ж жопа. А они не закончились, как закончились. Изготовить. Все. Пусть крафтится. У нас там 126 досок. Смотрим, что у нас здесь попадет. Тут были какие-то. Поставил пульки, крафтится. Так, значит, еще мы поставим. Сколько у нас бронебойных? 300, 330, нормально. Можно пока что. А можно бронебойные сделать чуть-чуть. Сколько у нас это получается? 150, 600, 700. Давай, нет. Давайте сейчас доделаем тогда уже это. А уже все остальное сделаем в бронебойные снаряды. Текс. Больше у нас, походу, металла нету, да? Нет, у нас железо есть, но стали, слитков стали нет у нас. Окей. Такс. Ладно, пусть это крафтится. Так, друзья, короче. А, кстати, надо собрать же еду нам. Что у нас там происходит? А, внизу я уже собрал. У нас тут еще грибочки надо собрать. Да, сейчас соберем грибочки пока что. Пока мы ожидаем ночь орды, как говорится, да. Соберем грибочек. Просто очень много сейчас грибов. Только жарить там стейки и всякую вишнягу делать из грибов. Ай-яй-яй, вот как обычно. Жду все с нетерпением. Я 19-ю альфу, друзья, посмотрел новое обновление. Новое освещение, конечно, это будет что-то интересненькое. Надеюсь, что они внесут там, короче, будет новое оружие, новые, то бишь, зомби перерисуют некоторые, да. И, ну, бляха-муха, ну что ж делать. И довольно-таки интересно будет, я думаю, понаблюдать. Я думаю, там что-то изменится со системой крафта. Потому что начнутся уровни появляться, оружие, да, и так далее, и тому подобное. Но это не точно еще. Будем ждать, когда это все случится, и тогда уже сможем мы, как говорится, говорить, что там это да, вот это так и должно быть. Ну, посмотрим. Я, конечно, надеюсь, потому что игрушка довольно-таки уже, уже давно ее уже выпустили. Ё-моё, сколько же лет? 2013 года игра. Я как сейчас помню еще первые, блин, потуги в этой игре, когда меня сжирали, блин, за чистую душу. Мне я так долго не выживал, 70 дней, это, конечно, рекорд. Ну, опять же, это все связано с тем, что мы учимся, мы развиваемся, и мы знакомимся с какими-то новыми вещами, да, в игре, по большому счету. Вот, так что это, как говорится, ожидаемо, да, было. Так, ну тут бронебойный, а почему бронебойный? Ага, порох нужен, а пороха у нас, да, достаточно. Здесь у нас целых 2000. Заберем один и откроем один. Все, замечательно. 70 дней, получается, у нас еще 12 часов плюс-минус до... Вау. 200? Ну ладно. 200 так 200. Потому что я, скорее всего, я не поставил... Ну да. Я не поставил в этот... И пороха 2 осталось. Ёшки-матрёшки. Ну ладно, это чёрт с ним. Пули нам больше не нужны пока что. У нас есть. Я их обычно, как обычно, пытаюсь покупать. Они недорогие, но экономят ресурсы, друзья. И не только ресурсы, но и ваше время, по большому счету. Так, это мы сейчас распределим вот так. Отлично. Куча патронов для магнума, которых мы реально не используем. Ну да ладно, пусть он будет. Подруга. Вот я, короче, бегал по миру, друзья, пытался найти я композитный арбалет. Но... Ах ты жопа. Да. Зови своих пацанов, где они? Она успела крикнуть, не? Да, она успела крикнуть.
Жопа. Ну, хедшотом его не взяли, правда? Отлично. Ай-яй-яй. У тебя стрела из башки торчит, дружище. Умер? Да ты просто издеваешься на мной, дружище. Это какой-то, блядь, живучий зомби. Не, ну это... Ну так умри уже. Ну? Где ты там? Да ты просто какой-то неадекватный зомбарь, ёпты. Бессмертный, ну нахер тебя туда. Сейчас я тебе, блядь, покажу, где раки зимуют. Сдохни. Все, умер. 1200, нормально. Ну да, не зря столько очков ему дали. 1200 очков дали мне за него. Ну, неплохо. Так, короче, что у нас получается? У нас 118 плюс 835 патронов на эмочку, 330 бронебойных. Тут используются простые патроны. Но можно, друзья, знаешь, что сделать? Мы можем поменять их. Мы можем пойти на бронебойный. Так как это будет просто улет. Оно просто будет у нас сносить башни. Я все пытаюсь, конечно, найти лучше уровня, да, это оружие. Ну, к сожалению, я еще не шел. Лазил. Нам, конечно, еще есть очень много куда лететь, как говорится, да. Я нырнул здесь, сюда, вот сюда и залетел. Вот. Каким-то рывками мне открыл эту карту, без понятия. Вот. Вот сюда я забег, залетал. Здесь полазил, но тут очень темно, и смотри, сколько еще места здесь, просто нереальное количество места, где можно еще полутаться. Ну и надеюсь, со временем это как-то мы туда доберемся, но все равно карта огромная, друзья, просто огромная карта. Я не знал, когда я выбирал ее, что она такая большая. Так, ладно, так, берем тогда у нас патроши, что у нас здесь есть. Тут у нас стали еще плавиться, да, тут еще 83, но я думаю, что на ремонт нам, по идее, хватит стали. Сейчас мы можем, знаешь, друзья, сбегать в магазин, потому что я тут собрал некоторые вещицы, которые можно на продажу. Вот, это продать, это продать, это. Это все мы продадим. И, короче, посмотрим, сколько мы бабосов за это соберем, да. Вертолетик, сюда, иди ко мне. Идем наверх, насколько 11 часов. Кстати, надо магнум взять. У нас магнум с собой, у нас магнум не с собой. Потому что, ну, получим скидочку. Магнум мы скинули сюда и возьмем все, поставим сюда, вот так, отлично. Открыл я вот это дела, друзья, все открыл при помощи накладок разных, видите, вот модификация вместительная сумка. Я такие модификации понавешал, куда только была возможность, да, оно идет на верхнюю одежду, вешается такая фигня, потому что сюда идет вот такие сумки тройные, у нас были, ну почему у меня место не открывается, не хотел тратить очки на это дело. У нас, кажется, здесь есть тройная сумка, у нас еще есть даже такая, знаешь, тоже только одна сумочка, и в связи с тем у нас место под это дело остается очень мало. Так, ладно, короче, вылетаем сюда, ставим вертолет, 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 где-то там наш вертолет. Вот так, садимся, отключаем сразу управление. И полетели в магаз, продадим все, что у нас здесь есть. Мы можем залезть в шахту, посмотреть, что я там просто уже... Эта шахта почти что сама изработала, ну, все, мы оттуда уже вытащили, металл там уже осталось просто с гульки нос. Надо искать новую... Новые залежи, короче, металла. Потому что там просто нереальное количество мы уже вырыли с земли, да. Ну, сейчас, может быть, пролетим, посмотрим. Вот здесь у нас, получается, я вот сюда вот дошел. И вот, вы знаете, вот здесь у нас, да, полностью, помните, был на выход. Вот здесь. Там просто дрище огромное. Просто Leica Pro.
забираем. Ну вот, смотрим, сходим, посмотрим, друзья, на это извращение, которое мы здесь сделали, да. Разрыли. Я уже боюсь дальше рыть, потому что это все, блин, может провалиться и нахрен нас убить. Вот, видите, нас здесь вот просто здесь раскопали. Конечно, тут еще есть где покопать, но это большинство здесь, вот, сверху. Но я тут уже все перерыл, надо искать новые точки залеж металла, да, потому что здесь уже ничего не осталось. Окей, ладно, идем в магаз. А чуть так из тех, так, блин, энергия села просто нереально. Так, кстати, какой у нас уровень сейчас получается? Где у нас... У нас получается 70 уровень, 159 топ игры, 3 смерти, 4, почти что 5000 зомбарей завалили мы. Хорошо. Ладно, идем продавать все, что у нас есть. Берем рыб... Блин, не знаю. Ну, там не... Походу, там не надо было патроны. Текс. Окей. Я не продаю, я... Ой, я продаю так. Так, и... Из того мы получили 11 тысяч, да? Нормально, неплохо, неплохо. Замечательно. Так, смотрим, что она вообще нам предоставляет здесь. Шахтерское ремесло, 6 том. Ночные очки, хмельные... Хмель... Ну, вот это можно было бы купить, кстати. Где он там пропал? Семена хлемя. Семена вот эти купить, давай купим. Итак, шахтерское ремесло, 6 том. Дневник охотник, 6 том. Смотрим, что у нас... что у нас по языку... Так, так, где там у нас? Шахтерское ремесло. 6. Нам нужно. И что там еще было? Нам это надо. И дневник охотника, 6 том. Дневник охотника, 6 том. Шестой том грифом. Грифом. Я еще грифов не встречал. А, грифы. А, ну это летучие грифы. Это люди, это же те странные. Я, да. Я понял. Окей. Так это нам. Значит, что был 6 том, да? Дневник охотника. Подожди, дневник охотника. Почему журнал охотника здесь называется? Где дневник охотника? Снайпер гид. Ну это, скорее всего, это есть. И, ну, ладно, окей. Черт с ним. Короче, изучаем. Следующее, что мы делаем. Смотришь, так, идем, что у нас тут. Bullets. Нету bullets. Powder. Нету. Gun. Gun. Помпу вражу 10 тысяч. Представляешь, мы продали за 10 тысяч, а получили мы от него там вообще копейки. 5 тысяч. У меня уже есть такой помповое ружье там, но довольно-таки медлительное, нету смысла, лучше до сока ходить. Короче, делаем вот так. Отсваиваем очки. Дашь нам что-нибудь новенькое? К сожалению, ничего новенького нам не даст. Аккумуляторная блока нам не нужна. Что у тебя здесь? Ну, тоже, наверное, так, ну, окей, паудер. Нету. Bullets. Тоже нету. Вол. Нету. Схема бетонной шалки тоже не нужна нам. Окей. Ну все, достанем так, короче. Может быть, в следующий раз. Окей. Закрываем. Где наш вертолет? Окей. Ну и еще полетели. Полетели. Так что, друзья, тоже, я не знаю, так как вы никто не писали, что вы хотели видеть каких-то, например, там, будни в 7 Days to Die, и мы не снимаем такие вещи, я снимаю то, чтобы, например, мне было бы интересно смотреть, потому что, ну, окей, там можно, конечно, посмотреть 1-2 серии по крафту, да, гулять, лутаться, но мне для них больше интересно, не знаю, как-то, вот, например, прожить волны, и интересно, как долго мы сможем прожить, потому что, ну, 70-я волна, у нас прошлая волна была довольно-таки интересная, уже было более, больше экшона у нас, да, волна была гораздо дольше, и по продолжению имею в виду, да, было довольно-таки интересно. Посмотрим, сегодня, может быть, наконец-то демолишены придут, но я в этом, опять же, сомневаюсь, не знаю, потому что, ну,
Окей. Забрали, приземлились, и надо починить, да, у нас тут еще, скорее всего, я рухнул прямо в уголок, где наш там... Да, вот тут ударил чуть-чуть. Жопа. Ну и опять же, тоже базу мы тоже будем, конечно, со временем улучшать. Так, а почему свет включен? Зачем? Ну, слази-то вниз, ешки-матрешки. Окей, закрываем. Закрываем дверцу. Скидываем все материалы, которые нам не нужны, то бишь денежки. Окей, и на это у нас 29 тысяч. Ну да, мы... А куда мы так долго денег... Столько денег потратили, я не понял, алё. Окей, берем, значит, так, очки мы оставим на опыт. Пусть у нас он будет сейчас. Так, у нас тут еще патроши. У нас тут есть еще гильзы, которые нам сейчас не нужны. Окей, так, гильзы, гильзы. Right, там пусть они валяются. Сейчас пойдем посадим хмель. Это еще сейчас крафтится. Так, здесь уже можно вырубить. Идем. Так, ну, прыгай. Я хочу хмель посадить. Давай посадим хмель вот сюда. Так, это уберем. Где наш хмель? Хмель сюда. Четыре штучки хмеля. Так. Раз. Да, я понял. Три. Четыре. Пусть тут хмель растет. Так. Бензин, 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 бензин. Что с бензином? Бензин у нас 760, здесь 658 хватит полностью нам на нашу волну. Кстати, что у нас здесь по аккумулятору? Потому что здесь аккумулятор работает пока что. Сколько у тебя энергии осталось, дружище? Целый аккумулятор еще. Ну, давайте, друзья, значит, рубим тогда мы генератора. Пусть генератор заряжает. Так, проверим. 378. Заряжается что-то там. Я же рубильник отрубил, дебил. О, все, заряжается. 380, 380. Все, заряжается аккумулятор, все нормально. Отлично. Отлично. Так. Выпрыгивай отсюда. Закрываем это дело. Лезем наверх. Ну и что, готовимся, друзья. Готовимся к нашей обороне. Так, друзья, ну что ж, пока мы ожидаем. Я сейчас отключусь на минуточку. И тогда уже подключусь, когда уже будем непосредственно перед ночью Орды, друзья. Ну что ж, друзья. Приближаемся к Дню Икса. То бишь, к времени Икса, не к дню, блядь, Икс. Так, о, кстати, бля, я забыл. Еще быстренько, мне надо клей. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Тряпки. Я ж забыл, блин, сделать изоленту. Чтобы починить все инструменты. Что? А! Ну что за хрень, почему я не могу починить? Текс. Надо бы еще бы клея взять, блин. Я там накрафтил целую херву тучу. 10, 10, окей. Клейкая лента. Починим. Так, 18, сколько времени? Подожди, где время пропало? 21:37. Ну что ж, идем, готовимся. Врубаем. Бум. Все пошло. А, кстати, блин, я ж не, блин, не, я сейчас вот сейчас только вспомнил, то, что мне надо было улучшить сторону эту, да, чтобы эти мелкие козлы к нам не прыгали. Так. Это все закрыто, окей. Окей, орайт. Ну что, ждем. Сейчас пацаны побегут. Все здесь так перезарядили, здесь перезарядили, здесь перезарядили, здесь перезарядили. Все нормально. Здесь у нас тоже все окей.
с арбалетом и поиграемся. Ну, он мало дамажит сейчас, довольно-таки будет интересно, кто к нам сейчас придет в гости. Ну, увидим сразу по первой волне. Если у нас будут там жестокие пацаны. Ну что ж, готовимся. Я думаю, что мне патронов должно хватить. И надеюсь, что наша оборона устоит на ура. О, побежали уже. Бежит, 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 красавчик. Кто там бежит? Угу. Просто улетучивается. Ну, блин, это просто имбище. Это просто имбо. Ну, вот это же чутик, это живучая, блин. Alright. Кто там? Окей. Собака, уйди отсюда. Просто, блин, трипл килл. Не, ну это, конечно, жестокий пацан. Собака. Ну, ну посмотрите, просто выносит башню, ему просто одноразовый револьвер, зарядный револьвер, я имею в виду. А тем паче с перком пробития вообще просто бомбически. Ну вот. Писец. А где копы, я не понимаю. Как с этим? Копов что-то нету. Я что-то не пойму, как эта волна работает вообще, друзья, честно говоря. Ну. Просто. Просто эпично. Ну там сверху у нас летают вороны, гриффины, да, как говорится. Окей, 30% есть. Копов нету что-то, блин. В прошлый раз у нас просто копы летели, как никто говорил, и на нас. По 2, по 3, по 4 штуки за раз. А тут как-то вообще очень... Я даже еще ни одного копа не видел. Есть тут мармазель бегает к нам, да, но... Ой, промазал. Это то, что тут побольше у нас радиоактивных чуваков, побольше, вот и все. Так. Ну вот, да. Что вообще, как-то вообще, друзья, слабенько это все происходит, ну и здесь. Я даже подожду пока что. Пусть они поберут, ну... В кучку станут красивенько. Вот, смотри, как красиво. Раз. Ой, бляха-муха. Промазал. И чё раз промазал? Не, не промазал раз. Не, конечно, этот забор просто делает нереальную работу. В плане того, что он просто сдерживает всех. Смотрите, просто мы их просто гасим. Просто гасим. Ну. Шикарно.
Просто бошки отлетают и все. Ну я надеюсь, что копы в 12 часов придут, по крайней мере. Во! Видел копа. Волчары. Просто троих нахер сразу снесло. А где коп? Он же плевался здесь, недалеко от нас. Ну, 12 часов. А копов не видно. Они разочаровывают меня. Но. Бам! Первый коп, и он просто поехал вниз. Ну, что, один коп только будет? О, вот мен, коп. Ну? А, у нас там птица летает. Где хунер? Где активный коп или что-то вроде этого? Ни хера не вижу. Не, ну это вообще как-то очень... Вообще... Я не понимаю. Пацаны, это что? Это типа очень жестокий 70-й день? Вообще как-то очень слабо это все дело. Не знаю. О, значит, на пауки появились. Да, как надо придумать, чтобы они сюда не запрыгивали, блин, как-то странно. Ой. Тридцать процентов. Блять, не понимаю, где Demolition Man, где они находятся, вообще не понимаю. Нет, что-то непонятно, конечно. Не, ну... Я-то не против. Ну, как-то предыдущая волна даже была как-то более интересная в этом плане. Не знаю... Блять, это что такое? Так. Ой. Бедного снесли нахер. О, здравствуйте, мистер.
Просто не добежал даже, бедный. А то меня тревожили постоянно. Ух ты, блюха, ошибка. Не, это быстрая. Как-то поагрессивнее, что ли, пришли, не понимаю. Эх, слабая, слабая орда. Я не знаю, что мне сделать, что усложнить что ли процесс, что ли, я не понимаю. Так как тут очень, ну, все, блядь, промазал. Не, ну винтовка, конечно, это просто бомба. О, здравствуй, коп. Что? Окей. Он куда-то плюнул сюда мне в стенку защитную. Просто double penetration, двойное проникновение, пробитие, или так как можно. Ах, тут еще буянит под низом меня. Просто мы их просто сбриваем их на насмерть без всяких проблем. Так, мамзель. Да, там так продамажил этот задний, блин, этот его блок с дротиками, что они уже, наверное, не работают больше. Не, ну красиво, конечно. Почти что левел поднимем скоро сейчас опять. Ну да ладно, мы еще улучшали, конечно, базу, там довольно-таки много опыта дается. Да, вот так, батя, ты еще охочешь, я, конечно, за охотничьим ружьем, конечно, до 6 уровня. И за М60 6 уровня, блин. Ну и вообще было бы пулемет за шикарно достать 6 уровня. Это вообще, наверное, блин, имбище было бы, я не знаю. Имбалансная вещь. В комбинации с бронебойными патронами. Это просто. 6 уровня снайперская винтовка. Охотничья винтовка, я имею в виду. Вообще, это было бы бомбезно. Плюс мы получаем бонус при каждом убийстве, да, 20% урона плюсом, до 30, да, и вообще-то имба, имба. Так, давай арбалет возьмем, что мы с арбалетика постреляем. Угу. Давали больше опыта, конечно, бы за это вообще было бы шикарно. Ну что же, 3 часа и
Мы уже приближаемся к окончанию ночь Орды. Вообще очень как-то печально все. У нас было 330 бронебойных патронов, у нас осталось 284 патроны. Может быть, чуть побольше, не помню точно, потому что мы еще сделали какие-то патроны там. Сейчас еще 200 еще крафтится у нас получается, да? Здравствуйте, подруга. Ну да, что у нас так? Ну, полчаса осталось от этой волны. Вообще. Вообще. Как-то слабо ж. Ну давайте, пацаны, удивитесь, на последнюю волну сделать такой, а то смысл, как у меня снимать такие слабенькие волны, друзья. Не знаю, кому это интересно смотреть. Ну и потому что единственное то, что из-за продуктивности, то, что это просто имбованная система, как выживать здесь. Ты вообще в безопасности, и тебе ничего не грозит. Если у тебя, по крайней мере, есть хорошее оружие и навыки стрельбы с него, да? Как у нас есть двойное проникновение, даже тройное получается, да? Мы пробиваем троих, и блок в объеме 500 этих очков жизни, да? Прочности, а не жизни. Просто разлетаются как щепки, пацаны, друзья. И до сих пор я еще не достал взрывных пацанов. И не знаю, почему они еще не приходят. Они, может, приходят попозже когда-то. Но без понятия, когда это будет. Ну, давай, пацаны. Последний рывок. Ну. Ну, кто-то еще здесь идет. Ну, походу, это уже все. Ну, ладно. Надо починить это, что нас здесь разломали. Короче, тут уже больше ничего нету. Это можно вырубать. Тоже можно вырубать. Это можно закрыть. Ну и проверяем, что у нас происходит здесь вообще. Да, чуть не починить здесь, что-то у нас. Это, наверное, вот тварь как-то лупила меня. Ну не меня, а вернее. Двери. Ну и что, смотрим, короче, берем сейчас очки, одеваем на удачу. Ну иди ко мне. Уси-пуси разбежалась, посмотрите на нее. Агрессивное ты создание. Ну, как обычно. Тут еще бежит, смотри, смотри. Какие агрессивные бегут. Все. Набегались. Ну и все, походу, нет. Смотрим, что у нас по дамагу прошло. Здесь у нас, конечно, дамага не будет. Некоторые дамаги... Чуть дамага, наверное, пойдет на ловушки. В связи с тем, что они тут... Кто-то у нас падал здесь, да? Вот здесь чуть-чуть, ну, тут можно... Ну, пофиксить это, пофиксить. Вот такой... Ну, это не то. Так, тут, кажется, я стрельнул я один раз, да, да. Я стрельнул, вообще-то, влетел, ну, стрельнул в это как-то. В лестницу. Ну, скажу так, друзья. Вообще-то очень... Ну, как обычно, да? Минимальное... Это минимальное повреждение. Где-то сюда кто-то плюнул перед этим. А, кстати, кто-то у нас плюнул сюда. Так, это что у нас здесь? Да, здесь кто-то у нас плюнул перед этим. На, вот, вот коп тут плюнул. Разлетелось все по этому, да? Ну... 20 тысяч.
Ну, так, скажу вообще, как-то даже на эти повреждения даже и смысла обращать внимание нет, но так как они вообще мизерные. Так, у нас еще здесь и стоит пластина этого, как его, железная, да, она нам не позволяет ничего сделать. Просто там еще блок за этим, это вообще как-то им вообще по поводу вообще нечего переживать. Так, что здесь получается? Почему здесь продамажено чуть-чуть что-то? А, ну это пост, да, окей. Тут вообще нет дамага, здесь тоже мало. Ну, скорее всего, будет, больше всего, конечно, будет впереди, там, как обычно. Ну, вот здесь, например, да, 95, это мало, вот 777. Ловушки, ну, вот здесь будет, потому что первый удар получается на это, да. И то 100 половину, как кажется, он просто без всякого яку выдержал. Что здесь? Все нормально здесь. Значит, самое интересное посмотреть на блоки. Ну, тоже скажу, вообще копейки. Половину так очень слабо мы продамажили все. Не знаю, почему здесь что-то продамажено таким макаром. Это туда. Ну. А, тут боеприпас уже закончились, да, у нас, оказывается. Потому и ничего не стреляло ничем. А, ну вот, видите, да, тут довольно-таки много мы постреляли. Но это из-за того, что мы используем бронебойные снаряды, они просто пробивают все насквозь, и блок тоже и к этому подвергается. Так, ну что здесь? У нас здесь, конечно, ничего не будет по большому продамажу, то, что мы сейчас по максимуму пытаемся их гнать по этим лестницам. Вот. И здесь просто ну, опять же, минимальные побегают. Тут вообще, я думаю, даже запрягать нечего. Тут вообще копейки копеечные по дамагу. Видите, да, этот вообще уровень свободен. Нижний уровень. Тоже спокойно. Здесь нижний уровень. Тоже все спокойно. Ну, скажу так, очень-очень легко. Мы вот тут что-то починить, потому что он, скорее всего, плюнул сюда, или это просто осколок, слюна улетела. Это что-то видел, здесь продамажено было чуть. Или нет? Скорее всего, нет. Значит, я просто ошибся. Вот такие дела, друзья. Очередной день Орды пережит. Маленькие будни увидели, как мы проводим дни. Если вам, конечно, хотелось бы увидеть как-то более обширно, как мы чем занимаемся во время ожидания, или хотели бы увидеть какую-то вылазку в город, друзья, не стесняйтесь, оставляйте под комменты под этим видео. Мы пожелаем, что вот, Вован, мы хотим, чтобы ты сделал видео, как ты, вот, например, добываешь там то, иное, пятое, десятое. Как там ходишь, куда ты ходишь, где ты ходишь, когда ты ходишь и зачем там ходишь, да? Вот. Вот такие дела, друзья. Так что, если вам говорится, так, тут у нас все скрафтилось. Что это такое? Вот. Как говорится, друзья, если вам понравилось видео, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получать оповещения насчет новых видео. И опять же, оставляйте ваши пожелания под этим видео. С вами я сегодня прощаюсь, друзья. Всего вам доброго и пока-пока.